привет! Сегодня 18 июня 2016 года. Сегодня выполняю работы по дискованию целинной земли. Вот видно, какой бурьян. Тут будет все обработано. Это уже, можно сказать, второй этап. Первый этап был сбор веток и сжигание их. Второй — дискование стерни будет. Потом перепашут. Потом будет разравнивание. И после этого будет мелиорация здесь. Идут дренажи немецкие, если они здесь были, скорее всего, были. И будет более действующая, рабочая. Погода вчера у нас ураган был, сегодня еще ветер. Было штормовое предупреждение. Вроде бы как-то так все. Сейчас светит солнышко, ну, тучки еще есть. Обещали на сегодня тоже дождь с грозой. Во сколько будет, я не знаю еще, не смотрел в интернете. Малинник какой, жалко. Не забываем подписываться на мой канал, в группу ВКонтакте, ставить лайки, комментировать. Всем пока!